Я уже несколько раз вам, много раз даже говорил о воззрениях славянофилов и, в частности, его вождя Алексея Степановича Хомякова. Так вот, сегодня я решил все-таки немножечко сказать о нем. Кто же он такой, этот Хомяков, о котором много разговоров, много споров, имя, которое одни превозносят до небес, другие пытаются замалчивать. Вы уже помните, что он явился одним из вождей славянофильства наряду с Иваном Васильевичем Киреевским. Так вот, несколько строк из его биографии и некоторых его воззрений. Может быть, потом я немножечко скажу даже больше об основных идеях его творчества. Ну, прежде, кто он такой? Зачитаю вам. «Трудно найти сферу, где не приложил бы свои знания Алексей Степанович Хомяков. Послушайте теперь. Социолог, теолог и публицист, основатель славянофильской идеологии, философ, создавший оригинальную систему, историк мировой цивилизации, автор многотомных заметок о всемирной истории, экономист, разрабатывавший планы уничтожения крепостничества, практик-помещик, усовершенствовавший сельскохозяйственное производство, винокурение и сахароварение, изобретатель новой паровой машины, получивший патент в Англии, изобретатель дальнобойного ружья, врач-гомеопат и врач, использующий средства народной медицины для успешной борьбы с холерой, от которой, кстати, сам скончался. Других вылечил, действительно лечил. А на себя так и не удалось ему, собственно, не мог найти просто время, чтобы заняться собой. И вылечил многих своих крестьян, сам скончался от холеры. Хороший художник, портретист и иконописец. Полиглот-лингвист, он знал, ну, по крайней мере, более 10 языков. Причем знал несколько древних, редких языков. Наконец, то, что для нас особенно важно, известный в свое время поэт и драматург. Видите, какой универсальный человек. Причем, я бы сказал, что все вот это перечисленное являлось не просто его мимолетным, я бы сказал, увлечением и то, чем обладает человек так, поверхностно, немножко. Во всех этих областях он оказался очень значительной величиной. Во всем. О богословии несколько мы с вами говорили, и о философии в том числе, ну и другие перечисленные его интересы, они оказались у него достаточно глубокими, чтобы уже говорить о нем именно вот так. Но здесь еще надо прибавить. Проекты улучшения благосостояния жителей, кого бы вы думали? Проекты улучшения благосостояния жителей Алеутских островов, ни больше, ни меньше. Создание хитроумных артиллерийских снарядов в период Крымской войны. Вообще, говорят так, что можно исписать не одну страницу, если решить показать то, чем очень продуктивно, достаточно долго, успешно занимался Алексей Степанович Хомяков. Ну, а теперь еще кое-какие вещи скажу вам. Родился он в Москве в 1804 году в родовитой дворянской семье. Мать его была урожденная Киреевская, как раз из рода того, кто являлся вторым главой, так сказать, славянофильского движения, Иван Васильевич Киреевский. Так вот, мать его, Хомякова, была Киреевской. Вот папаша его был человек очень добрый, хороший, мягкий. И поэтому однажды проиграл 1 000 000 в карты. Ну, что ж там 1 000 000 золотых рублей? Правда же. Это то, что сейчас 1 000 000000, наверное. Да, после этого его мать Хомякова, женщина очень твердая, да, отстранила его от всех экономических дел. После чего, в общем, их дело поправилось. Мать заслуживает особенного упоминания, когда мы говорим о Хомякове, поскольку именно она дала Хомякову такое разумное, строгое
воспитание в православном духе, которое избавило Хомякова от тех треволнений того времени, которые испытывали, можно сказать, все дворяне той эпохи. Вы знаете, если вы обратитесь к жизнеописанию очень многих замечательных людей XIX века, первой половины XIX века, то у всех у них вы увидите такую общую черту. Все те, кто пришли к концу жизни к православию, но не только, все они пережили кризис, религиозный кризис. Все они в молодости оказались на грани атеизма, по крайней мере, либерализма, увлечения различными идеями или очень далекого вольного протестантизма, или даже масонства как такового. Посмотрите, даже Пушкин, такой умный человек, который в последний период жизни просто поражает своей насыщенностью, идейной насыщенностью своих работ. Человек, глубоко понимающий психологию человека, обратившийся действительно всей душой к вере. Какое вольнодумство он испытывал в свое время. И это судьба, я бы сказал, почти всех дворян той эпохи. Хомяков явился редчайшим исключением. Кстати, еще одним исключением такого же рода, правда, пошедшим по иному пути, явился Дмитрий Александрович Брянчанинов, который впоследствии стал епископом Игнатием. Вот я из людей, действительно известных, пожалуй, помню только этих двоих, кто не пережил кризиса в своем мировоззрении. Тот же Кириевский, друг и сподвижник Хомякова, ой, какой кризис пережил. Он был увлеченным гегельянцем. Считал, что без Гегеля ни о каком возрождении России и никакой культуры в России не создать. Гегель – это все. Уже только потом он понял, что как глубоко он ошибался. Так вот, естественно, что воспитание его прошло в такой атмосфере глубоко образованной, аристократической. И это наложило очень глубокую печать на его последующую жизнь. Может быть, отмечу такой один момент, что, как и дворян, всех дворян того времени, его записали рано в армию, как и было положено. Затем он уже служил в армии. И вот здесь интересно отметить, служил он в Петербурге, отметить его дружбу с декабристами. Именно в их обществе он вращался в это время. Отметить почему? Что каково было поведение и какова была реакция Хомякова на те варианты переустройства России, которые предлагали декабристы. Хомяков оказался очень удивительно устойчивой личностью, не подверженной, знаете, таким влияниям. И в частности, постоянно являясь членом собраний декабристов, он, оказывается, решительно выступал против их идеологии, предлагаемых ими реформ. Я вам зачитаю одно очень интересное сообщение, оставшееся в истории. Вот что писала о нем его дочь. Алексей Степанович во время службы своей в Петербурге был знаком с гвардейской молодежью, из которой вышли почти все декабристы. И он сам говорил, что, вероятно, попал бы под следствие, если бы не был случайно в эту зиму в Париже, где занимался живописью. В собраниях у Рылеева он бывал очень часто и горячо опровергал политические мнения его и Адоевского, настаивая, что всякий военный бунт сам по себе безнравственен. А вот еще более интересное воспоминание одного его сослуживца. Рылеев являлся в этом обществе оракулом.
Его проповеди слушали с жадностью и доверием. Тема была одна – необходимость Конституции и переворота посредством войска. События в Испании, подвиги Риего составляли предмет разговоров. Посреди этих людей нередко являлся молодой офицер необыкновенно живого ума. Он никак не хотел согласиться с мнениями, господствовавшими в этом обществе, и постоянно твердил, что из всех революций самые беззаконные есть революции военные. Однажды, поздним осенним вечером, по этому предмету у него был жаркий спор с Рылеевым. Смысл слов молодого офицера был таков. «Вы хотите военной революции, но что такое войско? Это собрание людей, которых народ вооружил на свой счет и которым он поручил защищать себя. Какая же тут будет правда, если эти люди, в противность своему назначению, станут распоряжаться народом по произволу и сделаются выше его?» Рассерженный Рылеев убежал с вечера домой. Князю Адоевскому этот противник революции надоедал, уверяя его, что он вовсе не либерал и только хочет заменить единодержавие тиранством вооруженного меньшинства. Человек этот – Алексей Степанович Хомяков. Вот такой он был человек. Я уже сказал вам, что он был воспитан в очень строгой домашней дисциплине, на строго православных началах веры и не испытал никакого кризиса, даже находясь в рядах, в таких рядах, вольнодумных рядах, либеральных рядах офицеров, где фактически православия не было. Над ним пытались подтрунивать, когда он соблюдал посты. Чтобы офицеры соблюдали посты, православные офицеры и посты. Вы понимаете, абсурд какой. Да, это же немыслимое дело. Но Хомяков был очень остр на язычок, поэтому очень скоро от него отстали. В 1825 году, как раз в тот год, когда уже в декабре произошло восстание, он как раз именно в этом году отпросился в бессрочный отпуск. Видите, как офицеры могли что делать? В бессрочный отпуск. И уехал в Париж. Там он занимался живописью, изучением искусства, главным образом. Кстати, эта поездка в Париж его спасла от ареста, когда декабристов всех арестовали, от следствия. Но что опять я хочу отметить интересный момент. Вы понимаете, атмосфера Москвы и Парижа была, по крайней мере, до самой перестройки. До самой перестройки, вот, до 90-х годов. Очень разные. Совсем разные. Я прежде всего говорю о нравственной стороне. Не было этих ужасных, вот которые теперь у нас эти рекламы, этой так называемой свободы нравственной. В то время-то Москва, представьте себе, это же была, в общем-то, пуританская столица. И Париж. Любопытно отметить. Его письма, в которых он делится своими впечатлениями, свидетельствует, что он остался холоден ко всем этим вещам. Это на фоне того, что, помните, после войны 1812 года, сколько она принесла России. С одной стороны, кажется, была военная победа. С другой стороны, это было тяжелое поражение. Поражение в плане идеологии. Наши офицеры, наша молодежь все стали, так сказать, вольтерьянцами, как тогда принято было говорить. Многие из них начали вступать в масонские ложи. Критическое, а подчас и насмешливое отношение к своей церкви, к православию, затем и к самодержавию. Вот эти три вещи, на которых, как я вам говорил, стояло славянофильство, самодержавие, православие, народность. Все эти три вещи подверглись критицизму в умах
просвещенного нашего аристократического общества после войны 1812 года. Вот если Брянчанинов не выезжал за границу, и поэтому, ну, я думаю, что реакция его была такая же, то Хомяков пробыл там 2 года и не остался побежденным. Он остался православным человеком и нравственным человеком, что говорит об очень большой силе его убеждений и его воли. Характеристика, я бы сказал, очень серьезная, учитывая то, с чем он там столкнулся. Еще, может быть, некоторые вещи следует отметить. Хотя некоторые исследователи светские говорят, что о каком-то сдвиге, который произошел в мировоззрении Хомякова, то это упоминание нужно понимать или как непонимание ими мировоззрения Хомякова, или как обращение внимания, может быть, на один момент, который связан с тем, что Хомяков где-то в конце 30-х годов вместе с Иваном Васильевичем Киреевским действительно выступают с рядом статей, в которых намечается идея, я бы сказал, новой философской системы. Может, в этом плане. До этого он не занимался. Так, теперь, кажется, он начал именно обращать внимание на эту сторону. Первая его статья, которая появилась в этом плане и которая явилась своего рода программной, это статья о старом и новом. Это была статья, написанная в 1839 году. Нужно сказать, что эта статья обратила на себя внимание очень многих, в частности, того же Ивана Васильевича Киреевского. Затем к нему, или уже к ним, примкнули Иван и Константин Аксаковы, Юрий Федорович Самарин, Алексей Кошелев и ряд других деятелей, которые образовали вот эту группу так называемых старших славянофилов. Хочу сразу сказать, что именно старших славянофилов. И дальше были последователи, но это было уже не то. Многие славянофильские идеи, которые высказывались старшими, оказались искаженными или обмельченными в сознании последующих или младших славянофилов. Но вот эти следовали действительно общим принципам, которые были выработаны Хомяковым и Киреевским. Хочу сказать вам вот о чем, что славянофильство, когда мы говорим о славянофильстве, которое признанным вождем был Хомяков, это же было не политическое течение и не богословское, и, скажу вам дальше, больше, и не философское. Это было своего рода социокультурным таким направлением, культурологическим даже направлением. Кажется, основная идея, которую они много писали и говорили, это о культурном, ну, сказать, возрождении, это будет неверно. Они говорили не о возрождении, это неверно. Они не сомневались в том, что культура России – это культура в своем роде уникальная, так же, как и культуры других многих народов. Как в букете есть разные цветы, и нельзя сказать, какой из них лучше – каждый по-своему прекрасен. Так именно смотрели они на культуру человечества. И в этом смысле Россия обладала своей уникальной культурой. О чем же говорили славянофилы? Они говорили о том, что эту культуру нужно развивать, что она подавляется. И в этом отношении они с риском буквально для своего благополучия критиковали Петра I и открывшуюся им эпоху проникновения культуры совсем не свойственной России, чуждой России.
той западной культуры, которая была во многом обусловлена протестантским влиянием. Само устройство церковное даже, ведь Петр ввел по образу и подобию протестантскому, поразило его Голландия, поразила его Англия. Вот. И вот здесь они, как раз задача их была что? Так сказать, очищение русской культуры. И в этом смысле ее восстановление. В этом смысле только, можно сказать, ее возрождение. И если хотите, что можно отметить любопытную вещь, что о необходимости улучшения всех сторон жизни России являлась не только основной идейной задачей славянофилов, но и западников, которые, кажется, были идейными противниками друг другу. Но здесь они были едины. Только средства предлагали разные. Если славянофилы говорили о необходимости восстановления русских традиций, то западники считали, что это возрождение России может пройти только на началах западного менталитета. Поэтому западники были против самодержавия. Иронически, сверху вниз и презрительно относились к православию. И сама народность понималась у них совсем иначе. Совсем не в духе той русской общины, которая была традиционна для России и которая действительно была потрясающе мощной средой, в которой воспитывался каждый человек. Вот здесь, значит, они были едины в своей цели, но совершенно расходились в средствах осуществления этой цели. Те средства, с которыми, так сказать, выступали славянофилы, и которые пытались они даже осуществлять в чем-то в своей личной жизни, ну, например, доходило до, я бы сказал, ну, смешных, карикатурных вещей. К ним предъявляли претензии к славянофилам в том, что они одевались в русское платье, а не в западное, как тогда было принято. Представляете, господин почтенный, вот с таким животом, и он на себя напяливает это все. Представьте себе, какая фигура была, только на сцену театра, юмора и сатиры. Вот, они ходили в русском платье. Это было ужасно. Но самое страшное было, они носили бороды. Это уже невыносимо. Однажды императрица решила пригласить на обед все-таки Хомякова. Хомяков была все-таки фигура. Как хотите, как не относитесь. Но ей очень скоро подсказали, что он же ходит в русском платье и с бородой. Визит был отменен. Кстати, их рассматривали часто как бунтовщиков, поскольку они высказывали свое такое негативное отношение к Петру и проводимым реформам, то их рассматривали как бунтовщиков. Даже так. Некоторые из них действительно попадали в Петропавловскую крепость. Например, Юрий Самарин, Иван Аксаков. Прочие, в том числе и сам Хомяков, часто оказывались под надзором полиции. Вот Хомяков передавал анекдотический рассказ генерал-губернатора Москвы, генерал-губернатора графа Закревского, с одним приближенным. Губернатор: «Что, брат, видишь? Из московских славян никого не нашли в этом заговоре». Это заговор петрашевцев, помните, по которому судили Достоевского. «Никого не нашли в этом заговоре. Что это значит, по-твоему?» «Не знаю, ваше сиятельство». «Значит, все тут, да хитры, не поймаешь следа». Хорош, конечно, настоящий генерал-губернатор. Любопытно отметить еще такой момент. Те же, если хотите, западники и сочувствующие им издавали свои журналы, альманахи. Некрасов издает с успехом, причем с громадным успехом, свой альманах «Физиология Петербурга».
петербургский сборник. Все попытки славянофилов хоть как-то соревноваться, если хотите, в этом плане с западниками, проваливались с треском. Попытка издать свой московский сборник у славянофилов оказалась совершенно несостоявшейся. В первой же статье они вздумали критиковать Петра I, и сборник закрыли. Да, попытки потом это сделать тоже не привели к успеху. Они вздумали хвалить Гоголя. А оказалось, это тоже в то время было не совсем политически корректно. Странные вещи, не правда ли? Все думают, что 20 век, век атеизма. Смотрите, у нас безбожие, с каким акцентом произносят. Слышите? Безбожие. То есть я-то Божий. А они безбожие. Вы знаете, кстати, мне так это не нравится, когда вот с таким, знаете, осудительным акцентом это делается. Так вот, 19 век, я вам скажу, был ничуть не лучше. Недаром митрополит Киевский Арсений, если не ошибаюсь, в 1867 году писал: «Церковь наша находится в утеснении и подавлении под видом лукавого попечения о ней». Со стороны правительства, со стороны государства, слышите? Открыто прям заявил. Под видом лукавого попечения. Еще бы. Когда патриархом был оберпрокурор, отставной офицер, часто масон. Помните, он говорил о Голицыне? Какие вещи он делал, князь Голицын. Так вот, их даже восторг о русской общине, их идеализация, подчас это была, конечно, идеализация, может, в чем-то, у славянофилов, русской общины, ее быта, ее веры, ее обычаев. Вы знаете, к чему привела? Цензоры увидели, ясно, это фурьеризм. Так, это уже идеи либерализма. Кстати, французские идеи, когда сами были наполнены так, запрет. Одним словом, из попытки издания альманахов ничему не привели. То есть не ни к чему, они привели к тому, что были отданы под надзор полиции. К этому, в том числе и сам Хомяков. Хочу отметить, вот любопытная вещь. Представьте себе, Петропавловская крепость, надзор полиции. Извольте представить все свои работы в цензуру, где их перемарывают так, что не знаю, что остается. Так? Какой это может вызвать? Какую реакцию может вызвать? Ясно. И вот в то же время все исследователи отмечают, я вам просто зачитаю. Нужна была именно фанатическая, конечно, это нехорошее слово, но в другом смысле, вы понимаете, не фанатик, как слепой, ослепленный, безумный, тут совсем другое, то есть непобежденной силой, идейной убежденность славянофилов, чтобы при таком отношении к ним со стороны правительства и церковного начальства не ожесточиться, не восстать, а с трагическим смирением продолжать доказывать, что Россия – единственная страна, которая ждет великое будущее, и что православная церковь выше и чище католической и протестантской. Хочу отметить, в частности, я вам говорил уже о том, что западники и славянофилы имели одну цель, но различные средства. А вот тут я вижу цитатку очень хорошую. Герцен, как, кстати, и Чернышевский, всегда помнили об отличии своего круга западников от славянофилов. Но что писал? У нас была одна любовь, но не одинаковая. У них и у нас запало с ранних лет чувство безграничное, охватывающее все существование любви к русскому народу. И мы, как Янус или как двуглавый орел, смотрели в разные стороны, в
то время как сердце билось одно. Красиво? Красиво. Сердце одно, только смотрели в разные стороны. Ну, о Хомякове еще немножко. Исследователи отмечают его острый живой ум, его веселый темперамент. Отмечали какую-то некую радость, которая присутствовала, чувствуется в нем. Всегда это была именно радость внутренняя, которая выражалась, естественно, и вовне. Неутомимый собеседник, умелый человек, умелый в своих шутках, с потрясающей памятью, которой, кажется, не было предела, который мог, не знаю, что только достать оттуда, все, что угодно. Спорщик непобедимый, поскольку при его колоссальных познаниях, да он мог, естественно, сами представляете, да, что он мог найти в качестве своих аргументов. В то же время сильный ум, надо это учитывать. Логика потрясающая. Ну, вот приводят на некоторые сцены, довольно любопытные, из его жизни. Вот, например, даже над набожностью любимой матери он мог подшутить. У той были два камня от некой святой скалы, которые полагалось класть в кружку для питья. Один днем, другой ночью. И вот когда подавали матери воду, сын серьезно замечал, что снова перепутали камни. Вместо дневного положили ночной, чем вызывал невероятный переполох в доме. Да, это так, конечно. Я бы отметил вот другое и очень важное, я бы сказал, у Хомякова свойство. В частности, у него и даже отмечает это у славянофилов. Вы, наверное, то есть не наверное, а наверняка все знаете, как употребляется понятие гордость и смирение. Сейчас и тогда. И гордость – это было нечто положительное качество. Это показатель человека, который уважает себя. Смирение всегда вызывало презрение. У славянофилов точно наоборот. Вы представьте себе вот так. Вот мы не придаем этому значения, а ведь это же самые кардинальные понятия человека как духовного существа. Гордость или смирение? Какой характеристикой, какой смысл, какое отношение мы высказываем к этим двум понятиям? Я уже говорил вам, что Хомяков, хотя не цитирует святых отцов, практически не цитирует, в то же время был очень в них начитан. И нисколько не вызывает удивления тот факт, отмечаемый даже светскими, это вот статья светского человека, откуда я беру вот эти отдельные фактики, так, что эти даже светские люди отмечают вот это противопоставление, если хотите, направление духа и самого творчества славянофила, в частности Хомякова, противопоставление, противоречие, духовное противоречие основному направлению той эпохи. И это понятно, исходя из их жизни. Я хочу вам сказать, что Хомяков, будучи очень чистым человеком, кстати, на это стоит тоже обратить, мать сумела ему, его брату, привить не просто твердую убежденность в православии, как вере, как в том, что, помните, я вам говорил, как веренье. Система мысли, система догматов, система рациональной веры. Все это может ровным счетом ничего не стоит. Не стоит. Можно быть абсолютно неверующим человеком и великолепно знать любую веру, любое вероучение. Или считаться только верующим. Мать привила им высокие нравственные, я бы сказал, качества. Она сумела воспитать в них
нравственную твердость. В частности, что является одним из глубочайших свойств человеческой личности, это целомудрие. Очень тонко, очень мягко отмечают те исследователи, которые близко были знакомы с семьей Хомяковых. И с ней очень тонко, очень мягко, причем учтите, она же мать, а они сыновья, разные же полы, сумела привить им вот это убеждение в необходимости целомудрия, полного целомудрия. Никто не сомневался, что действительно оба сына сохранили его. Поэтому брак у Хомякова – это был брак подлинного счастья. Вообще, я должен вам сказать, что каждому человеку дается вот эта чаша радости, которую очень важно сохранить человеку нерасплесканной. Помните, я вам приводил пример? Возьмите драгоценнейший какой-нибудь перстень, сотрите его в порошок и рассыпьте. Весь он здесь, да. Где он? Нет его. То же самое касается и целомудрия. Как важно сохранить его, и тогда этот драгоценный перстень, он действительно будет украшать и радовать человека. А можно все расплескать эту чашу. И тогда будет беда. Знаете, что бывает с человеком, который расплескивает это? О нем очень хорошо говорят. Опустошенный. Верно. Опустошенным становится человек. Так вот, Хомяков в этом плане показал действительно поистине христианина. Брак его был, все отмечали, изумителен по той любви, в которой испытывали друг другу. И вот представляете, у них было 5 человек детей. Через 15 лет этого счастливейшего брака жена умирает. Можете себе представить, какое это было потрясение. Потрясение, да? И в то же время приходится еще раз согласиться с великой мыслью народной. Так тяжкий млад, дробя стекло, кует булат. Вот это внешнее потрясение, эмоциональное, душевное потрясение, видимо, дало Хомякову очень многое в духовном плане. Я вам приведу один эпизод из его жизни, который, наверное, откроет нам многое. Юрий Федорович Самарин в своих воспоминаниях пишет: «Раз я жил у него в Ивановском. К нему съехалось несколько человек гостей, так что все комнаты были заняты, и он перенес мою постель к себе. После ужина, после долгих разговоров, оживленных его неистощимой веселостью, мы улеглись, погасили свечи, и я заснул». Вот видите, свечи, правда, здорово как. Неяркое электричество. «Далеко за полночь я проснулся от какого-то говора в комнате. Утренняя заря едва-едва освещала ее. Не шевелясь и не подавая голоса, я начал всматриваться и вслушиваться. Он стоял на коленях перед походной своей иконой. Руки были сложены крестом на подушке стула. Голова покоилась на руках. До слуха моего доходили сдержанные рыдания. Это продолжалось до утра. Разумеется, я притворился спящим.
На другой день он вышел к нам веселый, бодрый, с обычным добродушным своим смехом. От человека, всюду его сопровождавшего, я слышал, что это повторялось почти каждую ночь. Не надо думать, это вот думают в частности вот и светские, что это он так все время плакал о жене. Если бы это было, он бы не выходил бодрым, добродушным и с веселым смехом. Смерть жены, видимо, очень многое дала ему в его духовной жизни. Вообще, смерть близкого человека ставит нас перед реальностью, той, от которой ни один человек не убежит и не уйдет, и в то же время той, от которой мы бежим и закрываем свои глаза. Только кончина любого человека и любимого человека показывает нам: человек, подумай о смысле жизни. Подумай. Жизнь проходит, как искра, взлетает и угасает. Каков ее смысл? Для разумного человека кончина, я бы сказал, каждого, с кем он соприкасается, друга, любимого человека, родного, является мощным, новым стимулом к тому, чтобы обратиться к самому ценному, что есть в его жизни, к своей собственной душе. Вот этот эпизод с Хомяковым замечательный, я вам скажу. Он говорит именно о духовном состоянии Хомякова. И я бы отметил, посмотрите, как все он скрывал. Никто не знал. Самарин это уж потом, видимо, начал спрашивать. И тот по секрету, наверное, сказал ему, этот человек его, ну, слуга. Никто не знал об этом. Вот она, истинная добродетель. Она всегда глубоко, целомудренно прячет себя от всех глаз. Боится, как огня, чтобы кто не увидел. Недаром египетские подвижники говорили, та добродетель, которая становится известной всем, уже перестает быть ею. Правда, интересно? И как мне жалко, когда я смотрю, когда вне монастыря принимают монашество, одевают на себя монашеское платье и ходят перед всеми, открывают то, что надо быть самым тщательным образом скрыть, чтобы никто не знал. Будь ты монахом. В монастыре, пожалуйста, ты монах. А если ты принимаешь тайное монашество, тем более в миру принимаешь монашество, то есть оно обязательно должно быть тайным. Зачем же себе показывать такое важное дело и вдруг обесценить? Я еще понимаю, еще какое-то оправдание есть у мужчин, которые, может быть, вынуждены принимают сан. У женщин вообще не нахожу. Ну, виноваты, конечно, духовники, которые позволяют им это делать. Вместо того, чтобы сказать, чтобы никто не знал, кроме меня и тебя, и забудь навеки вечные. Ну ладно, это эмоции мои, не обращайте на них внимания, мне за них на орехи достается. Так, я не хочу вам говорить о литературном творчестве Хомякова, это уже совершенно другая вещь, хотя было бы очень тоже интересно. Я в оставшееся время хочу еще немножечко вам подвести некие итоги в отношении философии, богословия, некоторых идей Хомякова. Да, я вам не сказал, что Хомяков скончался в 1860 году, ну, в связи вот с тем, что забыл себя полечить, излечивая крестьян. Хочу вам повторить некоторые идеи, которыми он жил и которые мы находим у него. Еще раз напоминаю вам, что тот, кто хочет познакомиться с его богословскими воззрениями Хомякова,
то имейте в виду, они все сосредоточены во втором томе его сочинений. Второй том. Там вы найдете очень много интересного, много любопытного. Очень интересный сравнительный анализ православия и католичества, православия и протестантизма. Причем, что самое у него замечательное, чему надо поучиться очень многим из нас, может быть, всем. Этот анализ, это сопоставление, эта критика западного христианства никогда у него не исходила из злого сердца, из какой-то насмешки, презрения. Напротив, мы видим, что там постоянно присутствует любовь. Обращается как братья наши, обращается он так. Апостол Павел говорил, что должны быть между нами и расхождения, и различия во взглядах, и споры, но мы должны оставаться теми, которые никогда не должны забыть о самом главном – о любви. Так вот, Хомяков очень интересен в плане и, я бы сказал, сравнительного богословия. Но он интересен во многих вещах. И кое-что я сейчас вот в оставшиеся минуты еще раз вам назову. Я думаю, что это будет неплохо. Первое, что я хочу отметить, это основные направления его мысли. Просто перечислить буквально. Первое – это первичность религиозного начала в жизни человека. Человека. То есть и в индивидуальной жизни, и в семейной, и в общественной. Во всей жизни. Первичность именно. Она обуславливает сам характер и все направления его творчества в конечном счете. Она создает атмосферу всей его деятельности. И здесь новый момент у него. Помните, я вам говорил, как чрезвычайно особенный. Он обращал внимание на церковь как основной фактор уже общественной жизни, если хотите, политической жизни. Что такое церковь? В каком смысле? Не в том смысле, что церковь занимается этими общественными и политическими вопросами. Нет, нет, не в этом смысле. Совсем не в этом. У него другая идея. Церковь – это по самой, так сказать, ну, идеи. Церковь – это есть и есть идеальное общество. В этом смысле она является закваской общества. Она бы должна в себе самой показывать истинный характер отношений в обществе. Если хотите, истинный характер самой структуры общественной жизни. Вот в каком смысле. Не в том, еще раз повторяю вам, что она занимается этим. Кстати, вот к занятиям церкви, вот этим проблемами мирской жизни, он относился очень критически. Вот у меня, к сожалению, по-видимому, я это не выписал, но у него замечательное есть высказывание по этому вопросу, такое критическое. А, вот, есть. Есть разница между служением церкви миру и обмерщением церкви. Вот его цитатка. Мне кажется, очень важная. Послушайте. Есть какая-то глубокая фальшь в союзе религии с социальными треволнениями. Стыдно становится за церковь, до того низко упавшую, что она уже не совестится рекомендовать себя правительством или народом, словно наемная дружина, выторговывающая себе за усердную службу денежную плату, покровительство или почет. Когда церковь вмешивается в толки о булках и устрицах и начинает выставлять на показ большую или меньшую свою способность разрешать подобного рода вопросы, думая этим засвидетельствовать присутствие Духа Божьего в своем лоне, она теряет всякое право на доверие людей. Видите его отношение
отношение к так называемой социальной деятельности церкви. Решительно отрицательное. Современные церкви все, католическая, протестантские, православные, все бросились в социальную деятельность. Причем, учтите, у человека только один аккумулятор. И чем больше энергии отдает в одну сторону, тем меньше остается в другую. И чем больше мы сил отдаем и энергии на эту внешнюю деятельность, тем меньше остается сил на внутреннюю. Это же совершенно очевидная вещь. Я вам приводил эту конференцию «Спасение сегодня» в Бангкоке 1973 года. На тему спасения сегодня. Помните? Спасение от чего? От чего угодно. Только, или вернее, меньше всего, да почти ничего, от греха, который коренится в душе человеческой. От бедности, нищеты, эксплуатации. Ничего только нет. Невежества. От чего угодно. Только не от самого себя. До того мы хороши все стали, мы христиане, что нас уже нечего спасать. Только мы призываем спасать других. Самим нам спасаться уже не нужно. Вот какой вывод только можно сделать. Хомяков проницательно пишет. Стыдно становится. Стыдно становится за церковь, когда она вмешивается в толки о булках и устрицах. А мы это только и видим. Где-то что-то в мире произошло, где-то что-то. Все, церковь реагирует. Все. И забыли. А самым главным в результате не остается сила возможностей, да и просто внимание уже не обращается. Так вот, какие же основные его мысли? Итак, церковь, говорит, как фактор, как основной фактор общественной жизни, ее состояние, вы слышите, духовное состояние церкви, обуславливает все формы общественной жизни. Хотим мы с этим соглашаться или нет. Вот сейчас в Риге я был, и был там один наш писатель, и он задает вопрос, мне задает вопрос, а чем объяснить все-таки, что произошла революция 1917 года? Не думайте, что он мальчик. Человек постарше меня. Да. Человек, который знаком со всей политической ситуацией, со всякими этими движениями, партиями и так далее. И у него действительно вопрос, чем объяснить? Православная страна и вдруг 17-й год. Ответ только один. Дух творит себе формы. Когда душа покидает тело, тело начинает разлагаться. Когда в человеке не остается души, неизвестно, знаем, что с ним происходит. Правда, можно мумифицировать. Можно мумифицировать. И труп сделать таким красивеньким, что ой-ой-ой. Я помню в Америке, когда миллионерша нас приглашала, она говорила, сколько, смотря, заплатят. 100 тысяч долларов будет труп такой, что картинка. Соглядение только. А если 1000 долларов, и смотреть не на что. Можно и мумифицировать, конечно, но самое главное, да, состояние духовное, что значит церковь, вы поймите, это же не папа, не патриарх, не епископы, не митрополиты же, мы все время думаем, что церковь – это они. Церковь – это все тело церковное, то есть весь народ, который принадлежит этой церкви, его состояние именно и обуславливает все формы общественной, политической, экономической, культурной и так далее и тому подобное. Всех сторон жизни. Вот на чем он настаивал. И не согласиться здесь, по-моему, невозможно. Поэтому самой главной задачей церкви, что является? Приведение душ человеческих в то духовное состояние, когда действительно они сделаются достойными соединения с Духом Божьим. Вот главная задача. Эти главные задачи. Церковь в первые века была бесправной абсолютно. Не только бесправной.
а незаконной, вне закона, и была святейшей церковью. Бальзак ведь правильно писал: из всех посевов, доверенных земле, кровь мучеников дала самый богатый урожай. Вы слышите права человека? Какие права? Кровь мучеников дала самый богатый урожай. Постепенно все перевернулось, и для нас права стали выше крови. Вот беда-то. Вот как может произойти деградация церковного сознания, христианского сознания, когда церковь превращается в какой-то мирской институт с религиозной атрибутикой. Хомяков великолепно это понимал. Итак, это первый пункт. Дальше обращаю ваше внимание. Что являлось еще другой чертой у творчества? Необходимость самобытного развития каждого народа. Слышите, самобытного, я подчеркиваю. Какая глупость, когда лягушка начинает раздуваться и хочет сравняться с быком. Помните басню дедушки Крылова? Какая ерунда, да, когда одна культура начинает хотеть быть похожей на другую. Неужели это непонятно? Посмотрите, что происходит с человеком, когда он под кого-то начинает там а-ля такой-то. Все смеются. Смеются, и все над человеком. Самобытной должна быть культура. Это совсем не означает ее отрицательное отношение к другим культурам, ничего подобного. И они должны быть именно самобытными. Если хотите, скажу вам так, никакой глобализации культурной не должно быть. Это будет убийство, духовное убийство народа. И вот та сейчас глобализация культурная, которая происходит через СМИ, так, американизация, я бы сказал, культуры, это бедствие. Это страшная болезнь, которая в конечном счете, видимо, приведет к какой-то такой унификации, да, культуры, которая превратит людей в манекенов, входящих манекенов. Вот, и здесь, когда Хомяков говорит о самобытности, то в данном случае он говорит о самобытности русской культуры. Дальше. Третий пункт, которому посвятил также очень много. Истинность православия, в отличие от католицизма и протестантизма. В этом отношении его очень интересны его три статьи о западных исповеданиях, его переписка с Пальмером. Вот. Очень интересно. Эти письма не потеряли своей актуальности до настоящего времени, поскольку проблемы, в общем-то, остаются теми же. Проблемы. Вот, богословские, я говорю, проблемы. Остаются теми же самыми. И, может быть, так сказать, последнее – это особая роль России в мировой жизни. Он был убежден, как и очень многие были убеждены, что Россия имеет особую роль в мировой жизни. Вы знаете, Достоевский очень много об этом писал. Почему они считали так? Что они считали, что здесь, в России, есть некая широта духа, который способна без ущерба для какой-либо культуры относиться ко всему, именно с любовью, потому без ущерба, что в России есть не презрение к другим культурам, а именно отношение любви с пониманием того, что хотя это нечто другое, и с пониманием того, что подчас другая культура может быть оказаться в каких-то отношениях вредной, глубоко вредной для культуры России. Так же, как, кстати, и в других. Вот я помню, в Индии так не могли без негодования употреблять слово «Америка». Но это уничтожает нашу культуру. Понимаете? Одно дело – согласие и букет, а другое дело – пожирание одной культуры других культур. Вот против чего восстает действительно здравый человек.
не уничтожение других культур за счет роста своей, а именно включение, если хотите, в общий великолепный хор. Кстати, вот об этой хоровой жизни писал очень хорошо, Иван Сергеевич Аксаков. Наша жизнь должна быть хоровой, да, а не приводящей все к какому-то однотипной культуре. В этом смысле Хомяков выдвигает идею, которую, я бы сказал, как мне кажется, может претендовать на выражение того, о чем бьются очень многие исследователи, о чем ведутся разговоры. Да, какая русская идея? Русская идея. Что это за идея? О чем идет речь? О каком направлении? О каком содержании? Вот мне кажется, что русская идея заключается в том, чтобы как устроить человеческую жизнь, как ее устроить, на каких началах, точнее, она, человеческая жизнь, может быть устроена так, чтобы действительно эта жизнь общественная, народа, если хотите, народов, эта жизнь была действительно, действительно святой, чистой, прекрасной, одним словом, достойной. Каков же принцип? И вот у Хомякова мы находим потрясающую совершенно формулу. Единство в свободе без насилия. И как же оно может быть, это единство в свободе? Как можно осуществить единство в свободе? Подумайте, как только мы свободны, мы тут же, как щука, рак и лебедь, расползаемся. Каждый свое. Единство в свободе по закону любви. Вот он, великий принцип, на котором только может быть надлежащим образом строится и устроено человеческое общество. Скажем, это идеализация. Простите, тот идеал, который не выше моей головы, недостоин быть назван идеалом. Да, вот принцип, к которому должно стремиться. Не тоталитарная глобализация, не попрание свободы, не произвол, который часто именуется свободой, а единство в свободе по закону любви. Любовь не позволяет приносить вред кому-либо. Заботиться только о пользе каждого. Принцип любви именно в этом. Речь даже идет не подумайте о том, чтобы иметь чувство любви. Да, последующий этап должен быть именно таковым и чувством любви. Но главное, мы должны поступать по любви. То есть как? Что говорит любовь? Ни в коем случае смотри, не принеси вреда другому. Вот, по крайней мере. Любовь, если хотите, в социальных отношениях, она выражается как? В чувстве правды, справедливости и, насколько возможно, милосердия.